Сегодня мусульмане отмечают свой главный праздник – Курбан-айт. Нурсултан Назарбаев, поздравляя казахстанцев, отметил, что в наши дни этот священный праздник способствует укреплению единства народа Казахстана, взаимопонимания между представителями различных этносов и религий. Курбан-айт воспитывает в людях великодушие и отзывчивость. Праздничный день по обычаю начался с утреннего айт-намаза. Его совершили верующие во всех мечетях страны. Во время Курбан-айта принято ходить в гости, дарить друг другу подарки, помогать нуждающимся и избегать ссор. Верующие в этот день приносят в жертву животных. Мясо принято делить на три части. Одна раздается бедным, вторая остается для семьи, а третья служит праздничным угощением для гостей. На территории мечети Астаны уже выставлены юрты, где будут накрыты дастарханы.